мы с Ирочкой вышли к реке Даугава, да? Река Даугава, вот. Реку не видно. Ее не видно, потому что она замерзла, там вот мост. Мы хотели бы ближе к реке, но нам перейти дорогу сложно. И вот подошли к красивому дому. На самом дому. Деле прогулочная. А, там смотри, там бегают, то есть они туда попадают. Я знаю, как они туда попадают. Вот там дальше есть обычный переход, то есть, ну просто, понимаешь, понятно. Как... Ну, его можно перейти вот этот, в эту дорогу, естественно. Но не в любом же месте. Ой, мне так нравится этот дом. Просто мне нравится улочка, вот такая она уютненькая, что он такой весь невысокий. Мне нравится. Я люблю невысокие, знаешь, дома. Риксвелл. Отель Риксвелл. А это вот отель. Смотри, какой красивый вот ресторан. Яркий такой внутри. Мы такое любим. Мне, наверное, плохо слышно. Или это отель, подожди, или это ресторан. Это отель плюс ресторан там внизу, наверное. Из окна, из окна. Видишь ты? Правда? Да. А это миллион алых роз. А почему они решили? Не знаю, это известное, потому что... Да, проходите, пожалуйста, мы не будем вас снимать. Странно, подожди. Так, из окна, из окна, отвлекли, из окна, видишь ты. Ну это же вот это колокола на церкви, правильно? Нет. А где? Не знаю, Сенечка. А, подожди, вон колокольчики висят. Наверное, это они играют. Может, там ресторан какой-то. Вон, видишь колокольчики? Да, это не церковь. Там человек, который внизу ими управляет. Это же очень интересно. Внизу? Где ты его видишь? Слушай, как восхитительно. Я его не вижу просто. А еще будут играть или все? Все, они сейчас будут еще пошли, что-то. Мы пошли, выйдем на площадь. Концерт на замовление. Они сыграли миллион алых роз. Ну, может, это кто-то заказал. Может, там ресторан наверху просто, знаешь. Может, и мы можем там что-то заказать себе. Смотри, какие. Вот такой букет бы нам домой. Смотри, Ишка. Это же живые цветы или искусственные? Ты на другой смотришь? Искусственные? Да, ладно, погнали. Да, билет. Я же говорю, что там платно. Пришли в дом черноголовых, но нужно покупать билет. Вот тут вот что-то есть под землей. Вышли еще на какую-то улочку, на которой мы еще не были. Краму и ела. Вот такие красивые домики здесь. Разноцветные, а там за этими домами еще какой-то собор, правда, его не видно. Пора нам вот постепенно двигаться, уже часик. Да, пойдем. Мы вот так как раз идем к дому. А ты знаешь, где мы живем? Да. Хорошо. Вот, мы идем к дому, сейчас просто повернем. Прошли, идем вперед, идем. Вот зеленый дом, красный дом. Все такое яркое, Ирочка вот. И Эвичка там спит, она сегодня солнечно, уже как-то чувствуется весна, не по температуре, а по погоде, вот это просто по солнцу, солнечная такая. Ой, и здесь красота, смотри, мы здесь еще не были, прям как-то интересно, очень необычно, прекрасно. Я вам покажу. Такая вот церковь. Смотрите, деревянный дом. Вот так деревом вот отделка такая деревянная, красивая. Прям как будто, знаете, как будто не внешний, не фасад, а внутренняя отделка. А вот эта церковь мне нравится тем, что там такой вот подход к ней. Углубление я такое люблю. Вот и простор. Ой, Ишка, как меня напугал этот. Боже, ты меня напугал. Броненосец или кто это такой? Господи. Он по ступенькам идет. Как это страшно. А там же какой-то дракончик. Лабиринт.
Это лабиринт. Смотрите, лабиринт для деток. А там вон горку сделали. Сейчас Иру подожду и расскажу ей. Сейчас вам покажу еще дракончика, подойду поближе. Это не дракончик, это какой-то непонятный зверь. Вот такой. Да, а там еще совенок, и это какой-то олененок. Вот мы на такой площади оказались. Сейчас поднимусь по ступенькам, уже рука замерзла снимать. И пойдем мы домой понемножку. Вот такой. Это единорог. Понятно. Вот эту церковь сейчас сфотографирую.